Всем привет, весна, сейчас попробую собрать сок кленовый, самый первый сок, который можно добыть весной, это кленовый сок. Сейчас по сугробам полз, немножко запыхался, уже трое суток подряд плюсовая температура, что днем, что ночью, и следовательно уже нужно пробовать. Сейчас просверлюсь, это дерево идет под спил. Летом его спилят, потому что тут провода электроэнергии, и это дерево мешает работникам, которые ухаживают за электросетями. Так, сейчас буду засверливаться и пробовать добыть кленовый сок. Итак, вот засверлился, и уже сок сразу пошел. Так, фокус. Надеюсь, видно. Раз капля, два капля, три капля. Сейчас забью направляющий и буду собирать кленовый сок. Так, засверлился чуть-чуть выше, чтобы интенсивность сока была больше, чтобы больше набралось, вернее, чтобы быстрее набралось. Так, повторюсь, что это дерево идет под спил весной, потому что мешает столбам электроэнергии и линиям электропередачи. И пошел дождь. Вот так это все выглядит. Набирается сок, сейчас поставил. Как и говорил, что эти деревья будут отрезаться. Вот видно, тут уже остались пеньки. В этом году будут убирать и это дерево. Так что не пишите злобных комментариев. Итак, подхожу к месту, где собираю сок. И что я могу сказать? За 6 часов набралось почти половина 3-литровой банки. Видно, технология рабочая. Все, сейчас буду переливать, и все, я ухожу. Снова всем привет, это уже следующий день, 10:30, вчера ставил в 12, забрал 6, а сейчас уже простояла ночь, ночью минус, лужи замерзли, и за ночь до 10:30 натекло уже вот столько, примерно столько же, сколько и вчера, за 6 часов дня. Вот такие результаты сейчас сливаю и иду домой пить. Очень вкусный кленовый сок. Вчера попробовал, мне очень понравилось. Очень сладкий. Перед употреблением нужно взболтать емкость. Вот, допустим, сейчас буду переливать, нужно будет взболтать и перелить, потому что самое сладкое собирается на дне. Помните об этом. Все, тоже пробуйте, пейте. Столько витаминов, посмотрите в интернете. Сейчас все перечислять не буду. Так, все слил. Тут уже сосед вышел на разведку, проверяет, куда я хожу. Итак, сейчас все слил, как и говорил. Оставлю на день. Надеюсь, будет солнечная погода. Натечет побольше. И уже будем смотреть, сколько наберется за день. Вчера, как и говорил, набралось 1,5 литра. Посмотрим, сколько наберется сегодня. Еще вот здесь вот обломалась ветка. И сделал так, чтобы эта обломанная ветка капала прям в банку. Вот она чуть-чуть об железку задевает, об мой желобок, который я сделал из нержавейки. И попадает в банку. Все. Всем пока. Вот такая картина тут.